Лично я весной обрезаю далеко не всякую герань. Если вот такой замечательный зеленый кустик, у которого несколько точек роста, и все веточки свежие идут от земли, посмотрите, какой замечательный, то его обрезать и не стоит. А вот этот замечательный экземпляр подлежит обрезке. Что я сейчас и сделаю? Обрезаем. Раз. Все, и будем ждать новых свежих побегов. Вот отсюда, снизу, хотелось бы и побольше. Всем спасибо!